Джайгопал, вы все купили? Это Кришна. Вам-то хорошо, вот Кришна в сердце. У нее новое тело, что ли? Да. С праздником, Христос воскрес, брат. Ну, воистину. Воистину воскрес. Да светится имя твое, да будет воля твоя. Вот, светится имя твое. Так он и увидел вас. А я пока... Петя увидел через окно. Я пока в бинокль не посмотрю на вас. Да уже от нее такое сияние идет, что я даже форму меняет постоянно. С каждым днем молодец. Что это, я не знаю, что с ней делается. У нее Кришна все делает, да? До чего она уже дошла, скажите? Жила, спокойно спала, и Кришна ей пристали к ней. Она к ним пристала, теперь что? Ездит по Пинскам. Как? По Пинскам, да. По Пинскам. Харе Кришна. Харе Кришна, вот мы и нашли. Обежал весь город, он заказ делал на один рынок закрытый, на второй закрытый. Потом мне говорят, так это же паст. А, закрытый. Короче, кое-что нашел. Пришел, все. Говорю, надо огурцы. Да хватит всего. Не могу просто усидеть. Идут двое парней, идут вот такие вот даты. А, Харе Кришна читает. О, я говорю, да вы святые, это ребята. Я вынимаю по визитке, они прочитали, меня поздравили, я их поздравил. Вот вам метьяница, да? Да. Ну, а демоны не могут прочитать даже разу. Но они хотят убить Бога, занять место Бога здесь. И выжимать нас. А потом нас выкинут.